Я вижу зрителя Ютуба, который на тебя смотрит. Да, я тоже. Что это такое? Это чтобы мыть, а вот это кухонька. Спасибо, София, за подарок. А кто же нам поможет? О, вспомнила, папа! Папа, появляйся! Здрасте. Начнем мы вот с этой кухни для Василисы. Она как раз по размеру подходит. Получается, что вот, высоту, да, высоту она будет ровно в рост Василисы 100 сантиметров, в ширину 70 и в глубину 33,5 сантиметра. Вот, здесь у нас всякие кухонные утвари, я вижу, идет в комплекте, так что удобно будет мойка, печка, столешница и вон какая-то девчонка там еще нарисована. Девчонка в комплекте? Да. Красная штука! А что это, что это, что труба! Это? Труба! Труба! Давай посмотрим. Еще одна штука. Все складываем. Василиса, все складываем на травку, все, что папа мешок достает. Спасибо. Мешок с такими штуками. Это штука. Это крыша, вот она, вот она. Вот да, похоже на что. А вот это столик. Стол. Ой, сколько здесь всего интересного нам приготовили. Вася. Ой, это мойка. София, где ты это все купила? Две штукенцы. На гортензию на мою упала коробка. Вася, спасай мою гортензию. Судя по цвету, красный. Халк. Вася, там что-то еще вывалилось. Наклейки. Ух ты, наклейки. Вау. Это все наклейки. Покажи. Вот это по реальности наклейки, а это просто. Так, я вижу, папа собирает. Это похоже на духовой шкаф, на духовку. Василиса, что ты будешь готовить в этой духовке? Волосы. Папа, что там, понимаешь что-нибудь, нет? Сейчас папа соберет, я в нем не сомневаюсь. Здесь плита, здесь можно будет готовить супчики, здесь висят кухонные приборы, здесь показано, что как будто бы такие полочки там с кухни, да, а здесь духовка. В духовке бабушка готовит что? Печенюшки! Напишите нам, ребята, что ваша бабушка готовит в духовке. Был такой пакетик у нас в кухне. Положили сковородочку. Дальше. Да, о, а это что такое? Что за зайчик? Это не зайчик, это кран. Точно, это кран. Это какая-то крышка для сковородки. А вот, по-моему, и кастрюля. Да, та самая кастрюля для этой крышки. А вот крышка для сковородки, если не ошибаюсь. Хотя будет прикольнее, если поменять местами, так да, будет смотреться интереснее. Это что? Какая-то шляпа? Точно, шляпа. Это для кого шляпа? Вот, это походу крутилки. Да, это крутилка. Похоже на ножик. Да, это ножик. Посолили, поперчили. Вот, а вот сюда. А, стаканчик с еще какой-то крутилкой. Да. Ой, это, по-моему, воду горячую, холодную менять. А, вот такая. А это вилка. Такая щука на меня. Мясо накалывать ложками. Это ложка. Тоже что-то типа ложки. Ложка. Это, как это называется штука? Ну, лопатка? Это лопатка, да. Жаль. Я ее сейчас буду жарить. Вилка. Я ее сейчас буду жарить. И еще одна крутилка. Я буду всех жарить, вот это все. Так, две тарелки. Хорошо, что не одна. Беленькая. И что тут еще интересного у нас осталось? Я так понимаю, это ручки, а это ножик.
Все отлично. Давай сейчас будем декорировать нашу панель рабочую. Нет, не попало. Опять не попало. О! Ууу, какие крылья! А что там дверцы не хватает? Я вижу зрителей Ютуба, которые на тебя смотрят. Да, я слышу. Давай им привет передадим. Привет. Та-дам! Надеть на ту штуку, чтобы эта штука доехала до той штуки. Вот сюда такие только. Смотри, сюда только такие. Вот сюда. Оп. Оп. Только такие. Поняли? Поняли. Криворучка может даже хорошо сделать. Все. Ну, может и не сделать. По-любому сделает. Ну, это уже криво. Че? Смертельный номер. Тишина. Тихо, ребята, не отвлекайте. Что-то пошло не так. Что пошло не так? Косяк, косяк. И мы счастливы. Не-не, еще комфорт. А, еще комфорочка там, да, точно, вон красненькая. Ура! Молодец, а теперь осталась духовочка. А духовка с двух сторон. Смотрите, почему? Вот так одна щелкает. Слышь? А я думаю. Ладно. Василиса, как тебе кухня? Будешь супер играть? Будешь хозяюшку играть? Я тоже буду. Я буду здесь помогать. Подписывайтесь на наш канал Супер Софи. До новых встреч. Пока-пока. А вот эту вот коробочку мы откроем в следующем видео. Она такой же фирмы, как эта кухня. Для Василисы мы решили купить полностью комплект хозяйственный и кухню. И вот такую вот посудомойку с гладильной доской. У меня же есть такая была. Да, да, да. Как раз для Василисы отлично подходит. Для ее роста. А у Софийки надо уже все по-настоящему покупать. Я сейчас экран весь зацелую.